Так и здравствуйте, дорогие друзья! На связи Dragon Soul Play и Геральт из Ривии, а.к.а. Ведьмак, убийца чудовищ. О! Лагерь Саламандра мы уничтожили. Это хорошо. Нам задачи остались-то какие? Правильно, мы контракты не выполнили. У меня только кикимор. Сколько у нас когтей? 2. И таких надо 8 штук, аж 8. 8. Ну, что ж. Будем добывать. Но нам нужен не кикимора воин, нам нужен этот, кикимор-работница. Именно с них вот такой выпадает коготок, скажем так. Но это дрянь. Так, нам нужно кое-чего жахнуть. И это Радофа Белого? Да ладно, неплохо. Мгновенно становится часть потери здоровья. Пурга, филин. О, вьюнок раз. Чтобы ядом кислот быть. И Марибор 2. Понеслась. Оба. Да, давай, 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 мощи ее. Все. Что там с тебя выпало-то? Железа, трахея. Ну ладно, опыт нам пригодится в любом случае. Особенно мне, знаете, что нравится? Двойной пинок. Это прям просто вау. Там такое эстетическое удовольствие. Знаешь, как из Mortal Kombat, Лю Кан так делал. Если у него есть такой комбо, и вот он такой ногами идет. Вот пример, что-то это такое же напомнило. О. Так. Волк зубами щелк. Нам вообще куда надо? Куда нам? Нам явно надо. Нам да надо кикимора этих работниц поискать. Ух, надо довершить дела на болотах, а потом уже возвращаться. Потому что нас ждет банкет у Леовардена. Знатного купца. Да, она ждет. Прям ждет, не дождется. Скажу я вам. О! Братан, я застрял, помоги. Не, я тебе ж не помогу. Ты тоже? Оля, смотри, вот такого размера у меня... у меня болт. Да ладно, а я его не вижу. Он у меня под землей, братан. Не, я его не вижу. Все, давай, пока. Так. Пойдем-ка мы прямо по тропинке. Нам же не только надо всех этих. Нам нужно архиспоры, грайверы, какатриксы, кикиморы. И роскошный прием остался. Ну, это единственное, наверное, что осталось. О, а что тут белая чайка, кстати, делает? Ингредиент секретный. Ну, топор мне твой не нужен. Пойдем-ка мы по тропинке с вами, дорогие друзья. Пошастаем. Вот сейчас я коврик мышки. О, это я... Это, смотрите, какой Геральт красивый. Это я просто коврик мышки переставил. Да, идем мы верно. О! Нам еще немножко прям осталось. С
собрать всех этих опытов. О, свинина. Нормально, мужики ушли, даже свинину забыли. О, сундук. А что в том сундуке? Птичка полетела. Бдычка. О, yes. Ну, не знаю, зачем мне кремень. Не понял. А, исчезла эта. Как ее? Хрень, которая меч усиливает. Боль. Плугуны. Так. Ну-ка. А вот-то где? Опа. А, он не двумя ногами пинает, а на одной, просто в прыжке. Ложный пинок, так скажем. Понял. О, слизь архиспор одна. Есть. Так. Кимара воин, труп. О, мерзкая водочка. Так, F5-ка. Поражали. И надо выпить этого кошечки нашей. Дабы видеть в темноте. Может, пещера что-то обновилась? Я бы хотел в это верить. Потому что было бы печально, если бы не было так. Если бы тут монстры обновились, а на болотах, а тут их нет. Кроме грибов нет ничего. Где мне тогда как атриксов искать? Что за несправедливость? А, погоди-ка. А мы туда не заходили, что ли? А, я ж тут вроде был. Странно. Ну ладно. Как атрикс. Я вас нашел. Говорится, жди, готовься. Ага. Кто? Где? Давай, нападай. Ага. Ну-ка, давай. Ого, давай, Геральт. Сальтуху. Сальто Мортале, давай. О, жду. О! По одному, дрянь. По одному. Это какой-то крупный, кстати. Да, вот, кстати, это... Либо они все такие. Отлично. Перо. Класс. Так, а сколько надо перьев? Так, на гугу, на гулей. На... Грайверов, на кокатриксов. 5 перьев.
Ну, тут как раз их и пятеро. Так, жахнем. Жахнем. Поехали. Круг висячих камней. Надо тут бы их. Масло от орнитозавров у нас есть. Вроде было. Я не должен был ее продавать. Так, не понял. Так, 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 так. Не понял. Призраки. И где? Да было же ведь. Ладно. От падальщиков и от призраков, видимо. Ну ладно, видимо, я забыл сделать, но это уже и не важно. Ну давай. Так. Ты дрянь. Оба. Давай. Перекатывайся. Да не в ту сторону. Вот сюда перекатывайся. Давай. Ща. Ох ты, вот этот, смотри, какой пируэт это делает. Оба. Блин, рано. Оба. Давай. На, получил. Все, успокоились. О, найс. Ну, я, наверное, тут все таким зачищу. Тут, видимо, есть что-то еще. Клуб висячих камней. Волчара. Почему ты на меня нападаешь? О, Квен. Отлично. А-а-а. Саркофаг ворона? Да ладно. А что это тут у нас лежит? Топор. Ну, не знаю. Как-то, ну, такое себе, что ли. Так, сохранимся. Зубами щелк, как говорится, да? А, вот почему. Давай, ну. Опыт, ребят, поэтому я вас всех хочу прошу. Да. Все, теперь я буду вас как на раз-два щелкать всех. Надо скилл ловкий прокачать.
Хоба. Ну давай, хоба. Хоба. Все. Уничтожен. О, токсин какой-то. Твою ж мать. Четверо. Так, не понял. Вот так примерно прожигаем пуканы. Вау! Ты дрянь! Блин, надо было в следующий раз масло орнитозавров будем делать. Если на них прям пойдем. Вот у нас скоро целое состояние на этих. Все отлично. Сколько там у вас еще осталось? Ой, я на их воспламенение на них подсадил. Все. Пещера зачищена. Шибальцы. Обезображенный труп. Монетки. Ну, я тут за деньгами сюда пришел, поэтому... Ох, как ветер завывает. Ладно, пещера зачищена, господа. Поэтому... Мы выдвигаемся от Седова. Надо бы все же... У меня уже скоро ингредиентов не останется. Конечно, все это хорошо, прекрасно, но... Как бы уже инвентарь переполняется всеми этими грибами и прочей лабудой. Но ничего страшного. А там у нас что? А, тут у нас... Ничего. Ладно. Погнали отсюда тогда.
Будем эти искать. Архиспоры. Ну что ж, один контракт, в принципе, готов. Мы молодцы. Теперь нам надо искать эту архиспору сраную. Где бы она там росла. Чтобы найти ее наконец. Все сделать по красоте душевной. А что это нас скрипит? О, ласточкино зелье. Как я его тут оставил? А, это во. Я уж думал, я там свое зелье оставил. Да не, говорю, такого быть просто не может. Так, где же теперь эти растут? Архиспоры, когда мне так их нужны? Ну да. Вот так-то. Так-то надо с ними расправляться. Все. Даже не считай нужно смотреть на тебя. Кикимора работница. Вот она где. Ты мне нужна. Опа. Сейчас зассал. Во, коготь кикиморы. Все, уже места на вас нет. Так, ну хорошо, ладно. Еще 7 штучек осталось добыть. Плаву. Я не хочу с вами драться, время только на вас тратить. Ладно, побегаем по болотам, может, у кого-нибудь найдем. Кроме плавунов, да пиявок. Я, мне кажется, не только больше не обитает. Да и уже ночь на дворе. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. Но я его разжег, братан, не переживай. Так, ловкость. Что нам? Иммунитет к ослеплению. Групповой стиль. Тут тоже качнем групповой стиль. А тут больше нечего качать. Хотя тут в силовом есть повреждение. Да, пойдет. Тут уже. А в быстром чё? Тут у нас чё? Изнуряющая боль, зловещий удар. Ну, не знаю. А тут выносливость что? Мутаген. Выносит 20 очков здоровья, повышает токсичность, интеллект. Во, нокдаун. Отлично. А что это, черный экран? Все, мы молодцы. Говорится. Теперь надо жахнуть опять в юнка. Где вьюнок? Филин. Вот, вьюнок. Чпок.
Ага, ага. Так, что нам делать дальше? Так, куда нам пойти? Хм, ну, ладно, ходим, бродим по болотам. Драйверов мы убьем чуть позже. Видимо. Ну ладно, сегодня уж болото давайте добьем до конца, а потом на пикничок уж и сходим, так и быть, после работы. Что у нас? В роще дрейдов явно вроде всех убили, и мы молодцы. Так, что-то нам не хватает. Яевин. Неизвестное растение какое-то. Потому что не знаю, какое он там неизвестное. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. Ну, больше не знаю, кого тут искать еще. Кимора. Королевская, верно, но я больше не хочу их мочить. Их так затратно мочить. Кимора воин. Да, ядрит вашу мать. Почему их так много воинов? А плавунов нет. Так, время на всякий сброд. Погоди-ка. Зелье филин давай. Опа. Шпок. Вдвоем-то уже нечестно нападать, ты слышишь? Так, что мне не нравится, что они делают, так ведут себя. Монстры. Кимора где? Кимора королева, Кимора рабочий. Разве что в поисках пищи. О-о-о. Ага. Так, ну ладно. Вблизи к ним не подходит. Так значит, где-то они обитают все же. Это где только хороший вопрос. Еще мне надо этих найти. Архиспоры сраные. Хрен их найдешь. Тоже, кстати, где они обитают? Так, кто там? Вот, архиспора. Став совершение особенно жестоких убийств.
либо на могилы жертв таких преступлений. Ага. Значит, надо к местам убийств. Я сколько не ходил, нет там нигде этих. Ни трупаков, ничего нет. Так и не смог их найти. Но будем лучше, видимо, искать. Ладно. Кимера рабочий. А это воин. Кто ты, воин? Ахиллес, сын Пелея. Вот. Значит, ты тут должна появиться. Тебя здесь нет. Особенно жестоких убийств. Так где же эти? Ой. Сложно, короче, с вами тут всеми архиспорами и прочим дерьмом. Пум-пум-пум-пум-пум. Во, сюда надо подняться. Вот она, работница наша. Как до тебя добраться, только хороший вопрос. Ага, там, значит. Ну, хорошо. Я к тебе иду, дорогуша. Ага, три раза уже пришел. Твою-то мать, это обходите. Почему нельзя сквозь заросли эти пробраться? Что за бред? Была где-то здесь. Хм. Слеживаем просто Кимр. Охота на монстров просто идет в этой серии, я не знаю. Да где она? Во, вот ты где, дорогуша. Иди сюда. Куда ты ему побежал? А! Отлично. Шестерых еще осталось найти. Твою же мать, это за ними бегать, выслеживать всех. Это просто ужас. Целую серию просто на это просто... Ну, на эту серию нам стоит, потому что нам нужен доспех. Нужен нормальный доспех. Чтобы мы могли туда побольше закинуть всяких ингредиентов и прочего... Прочего говнеца. Пум-пум-пум-пум-пум. Куда еще потопать? Можно туда сходить. К этим. К
Скайтаэлем. Может, у них что-нибудь есть, но я не знаю. Наверняка ничего нет. Пум-пум-пум-пум-пум. Сундук. Что за сундук? А, сундук, да мы это знаем, этот сундук. Так. Угу. Королевские виверны. Их мочить такое себе. Они здоровые, слишком сильные. Тю. Тю, что-то ничего нет. Нету тут нифига. И где мне их этих кикимор искать? В какое время? Может, ночное лучше искать? Типа пишут, что они далеко логов своих не покидают. Вот. Кикимора рабочий. Нерв. В поисках пищи. Не подвержены ослеплению кровотечению. Я, кажется, кое-что придумал. Нам надо, короче, во. Что-то сделать. Почему тут нету краснолюдский спирт? Солдинская медовуха. Пиявка, пиявка, труп. Странно. Поразительно. Успеха все так же не наблюдается. Труп. Оба. Давай-ка сюда. Что ты тут охраняли, интересно? Тю. Ничего интересного. Просто ничего интересного. Ни тут нет, никого нет, ничего нет вообще. Ладно. Сейчас сделаем так. Вьюнок. Прорезающая ласточка.
Масло от падальщиков. Ну, больше нет ничего. Собственно. Парализующую боль. Яд повешенного. Отравляет. Я думаю, надо до заката медитировать. Может, тогда хотя бы хоть какой-то толк от этого будет. Ну вот, Кикимора, она вылезла. Это Кикимора воина. Мне нужен. Нужна немножечко другая. Кикимора воин. Те копают тоннели, значит. Если мы рядом видим эту дрянь, значит и они рядом. Именно. Ох ты! Во! А! Нет! Нет, 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 нет! Нет! Ну, Геральт, нет! Да за шо? Твою-то мать! Заходить. Ладно, зато мы знаем, как теперь взять. И мы разгадали их секрет. Давай грузить быстрее. Так. Сколько у нас и чего? Так, 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 так. А, как талант у нас еще. Качать будем. Ладно, можем до сюда прям. А, глаз химеры. Один бронзовый. Зелье Петри. И, в принципе, все. Больше мы ничего не сделаем. Ага, ясно. Так, ну-ка, иди в жопу пока что отсюда, погоди-ка. Сейчас нужно жахнуть. Нет, 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 нет. Во. Какой? Thank you.
Не кровь пиявки, не. О, найс. Фу. Во. Сейчас мы кое-что по-другому сделаем. Ладно, наверное, тот момент я все же немножечко вырежу. Вьюнок, ты где? Раз. Опа! А это кто там зашел? Да уйди ты. Так. Там мне нужно покажется. Работаться. Да. Так, нет. Сначала надо вот эти дряни разбомбить. Потом всех остальных. Давай, все, наконец-то. Сколько их там у меня? Еще две. Еще одна осталась. Работница. Давай, иди сюда. Все. Так надо было на ночь, ночью сразу переключиться и все. Кимора воин. Ну, опыта зато больше получим. Ладно, серия немножко затянется, но эта серия нам просто необходима, чтобы прокачаться. По максималочке. Хоба! Лови. Все. О, yes. Так, задание. Кокатриксы, киморы. Кимора еще сколько осталось? 6-4 штучки. Так, F5. Сохранимся в этой непростой ситуации.
Явно ли на Кикимору воина нам нужно охотиться? Пум-пум-пум-пум-пум. Хм. И что-то вы исчезли? Куда? Кикимора воин, значит, рядом должны быть эти. Если уж не... Не только пиявки, да и эти. Кикимора воин. Я не хочу с ними сражаться, честно говоря, они здоровы, шо песос. И надо слизь архиспор еще. Сколько у меня этой дряни? Две штучки. А надо еще одну. Ну, ходим, бродим по болотам, что делать-то. Может быть, тут она и будет снова. Тут останков сколько валяется. Это вот топцы одни. Уже девать их некуда, эти мозги. Вообще мы где? Ага. Иначе пойдем мы ближе к деревне. Так, давай. Делов-то куча. Да блинский горелый. Как так-то? О! Yes. Так, давай. Будет уже 8 штучек. А, ну ладно. О, и третья слизь архиспора будет. О, да ты-то откуда здесь взялась? Сзади-то нехорошо. Вообще охренели. Уходи отсюда. Ран отсюда. Ран. Просто ран. Гори. Давай. Да более-менее, чтобы бой был честным, не со спины атаковать. Все, наконец-то. Ух. Ура, победа! Твою же мать. О, отлично. Еще две, а еще двух осталось найти. Мы с вами закончим эту серию.
Еще две. Просто прям тут же просто заканчиваем все. Сами не интересно, но горите. Сами не интересно. Ну, давай. Да ну же, блин. Что делать? О, загорел. Молодец. Да блин, горелый. Да, вас? Ладно, я пойду чуть в другое место. Да. Фух. Блин, так уже больше часа серия выходит. Но, блин, оно того стоит, потому что... Но, блин, надо. Контракт надо зарабатывать. Эта серия будет охотой на чудовищ просто. Блин, горелый. Куда же тут идти-то уже? Я не меняю. Пьявка. Кикимора воин. Значит, и рядом должна быть просто кикимора обыкновенная. Да. Сопротивление просто сдавайтесь. Просто рекомендую, ребят, для вас. Ой, давай уже. Оп. Все сдохло. Вот и отлично. Топцы. Задолбали уже сундук. Пиявки сраные. Нормально вообще. Что себе позволяешь, Геральт, тебя пьявка доливает. Все. Успокоились. Кольцо с рубином. Да, золотое кольцо, печатка с рубином. Можем его продать. Как там говорится в еврейском анекдоте? Изи, какие красивые у вас часы. Да, это мой папа мне перед смертью продал. Да, посмеетесь немножечко позже. Лагерь лесорубов. Что делать? Что делать и куда идти? Просто жду еще ночь. Топцы, нафиг мне вы нужны? Мне нужны пьявки. Не пьявки, мне нужны кикиморы. Еще две штуки буквально осталось. Вот. Собрать их и все. Топцы. Где же вы, блин, ядрит твою ж вашу мать? Все.
За мной больше не бегите. Ты тоже. Это вас тут убегают, одни за мной бегают. Зачем? Ну давай уже. Пора заканчивать. Все никак не убью их. Не найду. Потому что они где-то спрятались. Да и где их теперь искать? Пес разберет теперь. Один черт разберет. Ей-богу. Просто хочется, чтобы уже шел на эти болота и не возвращаться больше никогда. Пиявки, пиявки, пиявки одни. Хватит мне уже этих пиявок ваших. Уже не смешно. И мы можем, конечно, еще посидеть там, еще одну ночь подождать, и типа у нас такой, оба. Такое все ништяк будет. Но я не знаю. Давайте попробуем, может быть, это сработает. Говорится, чем черт не шутит. Где? А, костер у нас немножко дальше. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Ладно, новая попытка найти что-нибудь стоящее на этих болотах. Кроме пиявок и утопцев, и плывунов, и прочего дерьма, которое тут развелось. И кимора где? Блин. Просто целый час на это потратил. Опачки. А это у нас то, что нужно. Но их много. Ладно. Хоба. Давай же, ну. Ну блин, нет! Да нет же, нет, 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 ну уйди отсюда! Господи, блин, ну уже не смешно, реально. Да блин, пей! Чё ты стоишь-то? Как в жопу ужаленный. Чпок. Всё. То-то и оно. Всё. Теперь можно что-то сделать. Кимора воин.
Туалет бы нам не нужна. Ой-ой. Ну. Кто и откуда? Ну все. Я нокдауном убил. Ну. Так, иди-ка, мне нужно... О, шпок. Все. Найс. Дерево. Или меня уже со всего бомбить начинает уже. Да, последнее, последнее осталось. Последнее просто дрянь. И мы заканчиваем просто. Я понимаю, ребятки, да, целый час больше, но... Вам же не эстетический кайф, прям Геральт целый час просто убивает всяких монстров, наказывает. Так, я ж по кругу просто хожу. Так, ладно. Они где-то здесь должны быть. Хм. Значит, где-то здесь. Вот она. Вот она. У вас много. Сюда что приперлось? Давай. Слышь, ну давай это. Все. Все, все, хорош. Иди уже. Все. О, yes. Все. Просто все, ну наконец-то. Сейчас мы с вами дойдем до костра. Какого-нибудь, да любого просто. Вот он. Час 10 минут, господи. Но такой эстетический целый фильм можно за это посмотреть, но... Я не знаю, как вам, как вы... Но мне лично доставило просто эстетический кайф. То, как Геральт всех нагибает.
Так. Сохраняем. Сейчас мы сделаем так. Доживем до утра. И заканчиваем с вами серию. Все, наконец-то. Все, дорогие друзья, наступил день, а значит все. Правильно, мы с вами прощаемся. Поэтому. Геральт из Риви передает вам всем привет. Меча 2, Хера тоже. Надеюсь, вам серия понравилась, ребятки. На связи был Dragon Soul Play. Все ссылки в описании. И я всех люблю, всех обнимаю. Всем пока.